на ваши вопросики. Как думаете, делать или нет? Всем привет, друзья! Меня зовут Катя Адушкина. Всю эту неделю вы гадали, ждали, писали, комментировали. И, наконец-таки, вторая серия AK Show 3 на ваших экранах. А мы начинаем. Приятного просмотра! До первого города, до Екатеринбурга, оставалось совсем ничего, но то, что было на репетиции с Буничем, просто повергло меня в шок. Потому что у меня ужасное состояние, то, что я плачу где-то там по ночам, откуда, кто об этом увидит, где я об этом скажу, я же не могу просто об этом рассказать. Меня, я обожаю то, что я делаю, но с другой стороны, мне так плохо, и я не могу понять, почему. Дорогие друзья, на даче нам стало совсем скучно, и мы решили придумать для вас такую интересную активность. Сегодня на весь день, точнее на оставшийся, мы махнемся вот с этим молодым человеком аккаунтами, и весь оставшийся день я буду вести всякие прикольные штучки у него в аккаунте. Вот, вы сейчас видите его на экране, а он будет публиковать всякие классные штучки в мой аккаунт. Я отвечу на все ваши вопросы в этом про меня, аккаунте. А я буду отвечать про него. Короче, задавайте вопросы сюда Сёме, а я пошла к нему в аккаунт. Пока! Эй, ты должен был остаться. А, я остаюсь. Ну да. Всем привет. Как вы думаете, много ли времени уделяет мне Катя? Если она вон там... А я вот тут, и она так далеко, но так вот, как будто на ладони. Танцами я занимаюсь, короче, лет с 5, и вот как оно так пошло, так и пошло. Не знаю, всю жизнь нравилось танцевать. Если, когда я не танцую, я чувствую себя грустным. А когда я танцую, мне легко, потому что я и духом, и телом свободен. Открываю вам все тайны. Танец мы уже засняли, и засняли видео, все подготовили, поэтому ближайшие пару дней, или завтра, или послезавтра, или, возможно, послепослезавтра, он уже выйдет на наших страницах. Напоминаю, моя страница вот такая вот. Я пытаюсь ответить на этот вопрос уже третий раз, и я не укладываюсь в 15 секунд. А вот эта вот дама укладывается в 15 секунд, потому что я очень много говорю. А она как-то вот так три слова сказала... Так, ну а если, короче, серьезно, то все окей, и вообще, ну как бы, это не вызывает никаких проблем у меня с ни с самооценкой, ни с чем. Я вообще себя комфортно чувствую, адекватно. Слушайте, я не знаю, кто это, но он отобрал мой телефон и вымогает вообще деньги. Деньги у меня вымогает этот парень в желтом комбезе со мной. Собственно, в свободное время я люблю позаниматься готовкой, люблю потанцевать, люблю домашние как бы дела поделать, люблю вообще все, что связано со свободным временем, люблю все свободные временные дела поделать. Да. Было это дело давным-давно, лет 16 назад я был на детской площадке. Была песочница в виде грузовика, и я упал с грузовика. Все. Долго, очень долго. Не знаю сколько конкретно, но долго. Мне в университете еще учиться до 24-го года, вроде. Ребят, скажите кто-нибудь Кате Адушкиной, что она забывает вставлять ссылку на свайп в сторис. Вот Катя Адушкина, всю эту неделю вы гадали, ждали, писали, комментировали. И, наконец-таки, вторая серия AK Show 3 на ваших экранах. Нажимайте красную кнопку вон там вот внизу, такого же цвета, как и моя толстовка. Присоединяйтесь к нашей семье.